коллективу «Счастливое детство» выпало мне. Конечно, не собирал какую-то статистику, мнение. Это будет высказано от меня. Но я уверен, что все присоединятся к этим словам. Начну немного с необычного. И вспоминается выражение «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». И у нас все в России хорошо разбираются в политике, в футболе, в погоде, ну и в воспитании. И я, когда смотрю на вашу деятельность, я как бы такие иллюзии не питаю. Я плохо разбираюсь в воспитании и понимаю, что создать вот такую душевную атмосферу, атмосферу знаний, атмосферу, когда разгоняется постепенно, но уверенно процессор ребенка, его навыки, умения, это нужно реально уметь. Есть такое выражение, что чтобы стоять на месте, нужно хотя бы быстро бежать. Это у нас и в политике, это и в экономике, и я считаю, что это у нас сейчас особенно в воспитании. Я был на Питерском экономическом форуме и увидел, что у нас большая нехватка именно людей, которые мыслят творчески, креативно, которых не заставляют что-то делать как исполнители, что-то делать как там, старая система обучения. И вот в этом садике по прошествии, когда была на собраниях от жены, участвовал в этих мероприятиях, я увидел, что коллектив садика «Счастливое детство» делает все, чтобы дети развивались самостоятельно, чтобы они раскрывали свои таланты. Мне очень нравится творческая работа с детьми. Когда вы делаете определенный задел для того, чтобы дети дальше, может быть, участвовали в STEM, в КВН, в каких-то театральных постановках. Ну, в принципе, в жизни это очень важно, потому что лицедейство все-таки неотъемлемая часть, как говорил Шекспир, нашей жизни. Вот поэтому хочу выразить слова благодарности очень душевные, что у нас получились такими замечательные дети, и вы в каждого вкладывали свою частичку души, знания, умения и безвозвратный инвестиционный ресурс, время, которого так не хватает для того, чтобы, ну и даже родителям, да, так не хватает, чтобы посвятить своим детям. Но благодаря вам мы получаем в том числе таких замечательных, душевных и воспитанных, умных детишек, смышленных, сообразительных, главное еще, не просто умных, а смышленных, сообразительных и смекалистых. Спасибо вам большое. Я хочу вручить это подарок. Собраться, построиться по парам и отправиться на крышу. Веселиться вместе.